На корабле тоже как-то качает, несмотря на то, что он большая яхта такая. Ты здесь не совсем комфортно передвигаться, вот и лодки падают сверху на голову. Черт! Надо залезть наверх. Как нам это сделать? Залезли. Еще выше. Тебе спокойной ночи. А здесь хренов чертов боезапас, это значит, что предстоит сейчас очередная перестрелка. Посмотрим. Не получилось. А ты не охренел ли? Уронил гранату, бывает. А это еще откуда? Я буду стрелять и бьять. Прям одной рукой пулемет бьет. Такой сильный мужик. Вот так. Почти меня прикончил. Там еще и подмог к нему идет. Еще один. Кто там ко мне пристает? Почему вы ко мне пристаете? Совести у вас нет. Целая эскадрилья, мать моя. Мы закончили, нет? Я могу идти дальше? Класс! Охренеть просто. В каком количестве они здесь броют? Неплохо. Круто. Да давай, я хочу уже дверь открыть. Неплохо, круто. Посадите его в трюм. Трюм, да? Спасибо за наводку.
Ну что ж, логово льва. Вот черт. Ладно, попробуем по-тихому. Ты че, охренел же? Я только зашел, ты уже меня запалил. Так, допустим. Этого мы вырубаем. Спокойной ночи, сынок. А давайте возьмем револьвер и всех перестрелим нахрен. Охренеть, 5 патронов. О, обожает видно. Прикольный баг, мне нравится. Когда целишься и нажимаешь прыжок, рейк перемещается куда-то очень быстро. Все, опять бронированный, что ли? Откуда вы беретесь, юб? А тебе что, больше всех надо? Как-то в текстурах застреваю, знаете. Это еще откуда? Здорово. Называется прям прямой наводкой с гранатомета. Сам ты ублюдок. Не надоело вам за мной видеть, нет? Начинается. Допустим. Закончили с вами развлекаться, нет? Очень хотелось бы уже закончить. Чё? Это недоступный УЗИ? Или недоступная АК? Выпустите меня отсюда. А выход-то как, откроем, нет? Или что будем делать? Или все закрыто? Блин. Куда? Найдите его. Чем мне искать-то? Я здесь, вот он я. Подходи, добери. Кто-то серьги потерял. Ладно, надо спуститься в трюм. Найди Салли.
Я думаю, зачем я 150 человек перестрелял? Чтобы спуститься в трюм и найти Салли, оказывается. Отдыхай, служивый. Черт! Наверное, сюда. Должно быть. Не просто так столько людей здесь вооруженных стоит. Озирается, озирается Дрейк-то по сторонам. Вон он. Салливан, я иду, Салливан. Салли. Салли. А вдруг это не Салли? Салли? Не похож он на Салли. Это не он. О, черт. Ну, Дрейк, сколько же от тебя проблем? Покончим с этим раз и навсегда. Сали у тебя нет. Конечно, нет. Я врал. Не забывай, я же пират. Еллэмску! Смейся, смейся, пока можешь. Пасара! И начинаем снова веселую перестрелку. Машинки поехали. Ух ты, как-то подтопляет. Как он тут взялся ты? Финтушами типа сверху не получится. О! Ну почти получилось. Сюда нет. А куда? Мы тонем! Вы не заметили! Не, нормально, они целятся. И гранат нету. Там еще мужик с щитом. Или это не мужик с щитом? Или это щит залагал? Мне супенька кончается. Очень плохо. Так, ну и что, затопил нас. Дальше что делать? Да, неплохая идея. И чё, не, не, да? Боль, боль, боль.
Ага. Ну, пускай так. Перевернул кораблик, в общем. Дрейк, ну зачем же ты так? Сейчас вся вода будет прибывать. Нам придется убить опять, как это все дела. Давай, ты сильный, ты сможешь. А воздуха-то не хватает. Как-то пушка это неестественно смотрится. Красный провод, серьезно? Вообще не удивил. Играем с плоскостями, значит. А где верх? Да-да, прикольно сделала. Так, сюда. Ну-ка. Кажется, история с Титаником повторяется. Тихо. Или фильм «Посейдон», кажется, так называлась картина, тоже про бедных людей, которые... которые попали в подобную ситуацию, когда их так. Корабль стал ну-ка. Тонуть. Хоть что-то получилось. Ну, черт. Черт, нет, нет, нет! Да, это здорово. Не, ну это красиво. Не, ну это офигенно. Хуже просто не бывает. Нет, бывает. Надо же. Да, даже вот это совпадение. Неужели здесь будут противники? Все, пора валить из аквариума. Ублюдок! Жармут! Ну, прощай, Хабиби! Так, самопожертвование. И как мы будем спасаться отсюда?
А, ты не сдох? Ну ладно. Я подожду. Вот удача. Как жизнь? Да, как-то ладно. Нам уж очень повезло. Ладно, да. Да, я поняла. Перезвони мне, если вдруг... Все-таки... О, боже. Я перезвоню. Нейт. Это же неприлично. Да заткнись. Я думала, ты в самом деле погиб. Не. Ты цел? А что? Что с Салли? Он жив. Слава богу. Но его схватили. Что? Где? Сейчас они направляются в пустыню. Пошли. Эй, стоп. Погоди. Не торопись. Сядь. У них не меньше 2 дней форы. Так просто не догнать. Хоть попробуем. Слушай. Есть идея. Самолет. Права на ошибку не будет. Так. На летном поле стоит их грузовой самолет. Они хотят сбросить припасы тем, кто в пустыне. Надо попасть на самолет. Именно. Ты осознаешь, как 2 пальца, а? Прыгать с парашютом. Не в первый раз. Ну-ну. Ладно, налей мне стакан водички и выдвигаемся. Нет. Мой человек в аэропорту говорит, что самолет не улетит до рассвета. Так что лучше поспи пару часов. Нельзя сейчас терять время. Давай, ложись. Мне позвонят, если что-то изменится. Ты правда собиралась туда одна? Это же Саль. Конечно. Ты настоящий друг. Я знаю. Нет. В смысле, ты... Я поняла тебя. Я не хотел. Знаю. Держи себя в руках, девчонка, не плачь. Ну правильно, поспите, отдохните и выдвигаемся. Приехали. Ну, держи. Я не хочу стрелять. Я тоже. Надо проскочить незаметно. Если нас засекут, убьют на месте. Это нехилая база, я хочу сказать. Эй, Нейт, сюда. Можно пройти здание насквозь. Хорошая мысль. Помоги поднять. Так я же это хотел, а ты что-то не того. Все, пролезай. Есть? Угу, ладно. Так, теперь опустим. Похоже, на той стороне есть выход. Ебана мать, так хорошо залезала. Блин, Дрейк, ты чё? Чёрт! Ты живой? Да. Жив-здоров. Давайте в джипы поехали.
Наверное, можно выбраться через окно. Как бы туда долезть? Как бы туда долезть? Окно какое-то. Давайте тачку подгоним. Я поставлю на нейтралку, и можно будет подтолкнуть. Я толкаю, ты ведешь. Давай, 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 тащи. Блин, там в горку тащить. Далеко как, еще. Охренеешь. Осталось чуть-чуть. Давай. Не забудь, ручник. Ты ключи не искала? Толкай. Держи ровно, я полезу наверх. Че, держи, да? Скорее, колеса скользят. Долго не удержу. Больно. Больно, да. Хорошо, не оторвало и не отрубило, ё-моё. Так, ну что, мы Елену-то впускать будем? Эй, Ленка! Ну и громадина. Подожди, я открою дверь. Осторожно, ладно? Я слышу двоих. Двоих прям? Я вообще никого не вижу. О, вижу. Шердым-бар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 . Мне что-то послышалось. Слышали? Спокойной ночи. Блин, стрелять придется. Видишь какой-нибудь замок? Попасть не могу. Было дело. Спасибо. Быстрее спускайся, а не сзади. Ну и что, мужики? Там баллон взорвался. Шикарно. Ну давай. Ты цела? Да, а ты? Я лучше всех. Так же? Да, попробуем то же самое. Че, толкаем машину, что ли? Да, конечно, они приехали. Вы чё, ребят? Можно как бы, наверное, сесть, всё-таки завести и доехать. Но мы не ищем легких путей, ещё заодно и трупы прокатим по дороге. Уходит! Уходит! Не удержу! А чё, плохо дело. Это очень плохо. Пригнись! Куда ж ты? Голубчик, стой! Голубчик? Да япона, бать-то. Все равно же умирать, какая тебе разница? Да не надо мне. Ну чё патрон не возвращает? Что за подстава? Так, ну здесь мы пожаримся. Ага. Ага. Наверх. Ниндзя. Ниндзя, ниндзя. Господи, сколько их тут? Много. Много. Надо проскочить как можно тише. И. Че, кто-то приехал? Давай. Да ладно. Неужели?
А? Что это? Что это? Что это? Да ничего. Все нормально. О, у тебя какая пухота. А там-то вообще мы их прям кавардак. Давайте по-тихому, может, все-таки удастся. Черт, нас заметили. Ясно, врасплох застать не удастся. Че не удастся, уже все у нас будет хорошо. Высовывайся. Откуда вы беретесь-то? У них просто какой-то тупорылый респ, они респятся прям за спиной у врага могут, у главного героя. Прописал. Так хорошо прошли и какую-то хрень опять. Чё там? Давайте еще 150 человек прибежит сейчас. Подло. Так, за мной. Неужели все? Мы рядом. Вон за той крышей. Есть. Да, отлично. Вот уже почти дошли. Я так полагаю, мы спускаемся, да? Похоже, они готовы. Ну вот. Они отсюда как на ладони. Да. Давай я залезу и подтяну тебя. Ладно. Прикрывай. Ага. Эй, ты... Ты что? Елена, слушай. О, черт, этого следовало ожидать. Не надо. Прошу. Выберешься как-нибудь, позвони мне. Будем честны. У нас один шанс из миллиона. Я чуть не потерял тебя. Не надо, я... Второй раз я не вынесу. Так что садись в джип и уноси отсюда ноги. Пока можешь. У тебя мало времени. Иди. Ну и продолжим мы в следующей части. С вами был Джейсон, канал Трумани Геймс. Не забывайте ставить лайки и всем удачи, пока.